back. We're very fortunate to have with us legendary viola player and member of the jury, Yuri Bashmet. Mr. Bashmet is really one of the most prominent viola players of his time. Is credited with having reaffirmed the importance of the viola as a soloistic instrument, but is also a phenomenal chamber musician and a wonderful conductor. And we're very glad to have him with us today. Добрый вечер, здравствуйте. У нас сегодня очень особенный гость, лучший альтист в мире Юрий Абрамович Башмет. Итак, мой первый вопрос: когда же, наконец-то на конкурсе Чайковского появится специальность альт? Я думаю, тогда, когда Петр Ильич напишет, сочинит концерт для альта. Ну, можно же использовать современный концерт какой-нибудь финальный. Можно использовать концерты других Чайковских, например, Александра Чайковского. Ну, это хороший вопрос, может быть, надо подумать. Хорошо. So, unfortunately, there is no answer. So, maybe once Tchaikovsky has composed the concerto for viola and orchestra, maybe then the viola will become an official part of the Tchaikovsky competition. This was my question. Olga was just asking why there's no viola discipline at this prestigious competition. Well, it's an open question. I'm sure we'll come back to it. Yeah. I'm wondering, how important has conducting been for you in terms of your musical growth, in terms of your development as a musician? По-русски отвечать? Как вам угодно. Я это начал делать много лет назад, в связи с тем, что сольный альтовый репертуар классический достаточно ограничен. И я не могу на альте исполнить шестую симфонию Чайковского или второй концерт Брамса или Рахманинова фортепианно и так далее. И это большое счастье, что так у меня жизнь сложилась. Но я альт не оставляю и, в общем, 50-50 занимаюсь и тем, и другим. So it's all the conducting started because of the limited repertoire that viola unfortunately has, and it's impossible to play the Tchaikovsky's Pathetic Symphony, the Sixth Symphony, on the viola. It's impossible to play Brahms' Violin Concerto on the viola, or piano concerto. Or piano concerto. So, of course, the conducting gives more opportunities and more options to the repertoire. Hmm. You've also been an extremely active chamber musician, and I wonder how important have you found that in terms of your musical experience? I mean, I've heard you on many occasions playing wonderfully in chamber ensembles. Is this something that is as important to you? Да, это очень важно для меня. Я считаю, что великие композиторы лучшие свои творения как раз сотворили. Извините за повтор. Именно в камерной музыке лучшая музыка квартетная, квинтеты, секстеты, говорим о Брамсе, Моцарте, Бетховене. А также очень важно общаться с замечательными коллегами. Вот этот миг импровизации, джентльменства, лидерства, понимая, где ты вторая роль, где третья, где пятая, где первая. Вот это как раз умение вообще жить, а в данном случае жить в музыке. Well, we're talking about the importance of the chamber music, and of course it is very important not only to play together but also to cooperate together in one society, to understand your role, your positions, which sometimes you have a priority, sometimes you have an episodic role. And it's important also to understand yourself not only within the society, but of course within the music as well. Мы знаем, что вы, безусловно, являетесь представителем классической музыки в мире. Но мы также знаем, что у вас есть интерес к джазу, к рок-музыке. И скажите, это важно для классических музыкантов иметь широкий кругозор и знать разные стили музыкальные? Я думаю, да. Чем шире, тем лучше. А какой-то конкретный стиль может повлиять на исполнение, например, концерта Чайковского? Ну, что значит повлиять? Скорее, концерт Чайковского может влиять, или вообще музыка Чайковского может влиять на другие стили. Ну, такой примитивный пример: из одного такта музыки Баха можно стать миллионером, если будешь сочинять песни современные. Вот и в одном такте уже, как в ядре атома, столько элементов, столько замечательного, интересного, что вообще можно песню писать. То есть, конечно, 10 штук в день печатать. То есть, конечно, классическая музыка превыше всех стилей. Естественно, это признают все. И Rolling Stones, и Beatles, и джазовые музыканты.
эстрадные певцы. Это все признают. Ну и многие обращались к классическим музыкантам. Весь 20 век и Стравинский, и Барток, и Шостакович, и Прокофьев, они все, в общем, касались и джаза, и, ну, это не может пройти незаметно. Но джазовый музыкант вряд ли начинает, переходит в такую ипостасию классического музыканта. Это редко бывает. Но бывают замечательные люди, которые умеют переключаться. Это такие, как французский кларнетист Мишель Порталь, например, или Жан-Люк Понти, опять-таки француз, потрясающий джазовый скрипач, уже традиционный джаз у него. Ну и... Найджел Кеннеди, наверное, тоже хороший. Ну, Найджел Кеннеди – это ярчайший пример, конечно. So we're talking about the other musical types that can maybe influence the classical music. Apparently not. Only the classical music can influence something else, whether this is a pop music or jazz or rock music. And it's of course proven that many classical composers have been interested in different styles. But of course the classical music is above all. Although we know the examples where different violinists have been inspired from jazz or have tried it themselves. And one of the examples is in Nigel Kennedy, for example, which is, I guess, one of the best examples. And Nigel Kennedy принимал также участие на конкурсе Чайковского. Да? Я не помню. Правда? Да, он не прошел финал. И говорят, что очень волновался во втором туре и не хотел играть, его выгнали на сцену. Удивительно, ведь он человек с такой уверенностью в себе. Ну как? Слушайте, ну, артист должен сомневаться, но, с другой стороны, сомнения в творчестве, в процессе, а уже когда выходишь на сцену, нужно... We're talking about Nigel Kennedy has taken part in the Tchaikovsky. He was so nervous, he didn't want to play the second round. Apparently he was pulled on stage. Mm-hmm. And of course you can have doubts before you go on stage, but when you're there, you have to be on the case. Mm. Wondering, as a viola player on the jury of a violin competition, how do you feel about the idea of having more jury members that aren't necessarily directly related to the discipline? For example, having a violin jury mainly composed of musicians that aren't violinists. How do you feel about this? У меня есть мой конкурс международный, в котором, как правило, не должны члены жюри быть альтистами. Mm-hmm. То есть как раз очень хороший вопрос. Чтобы не было суженного такого, в смысле цехового отношения конкретно к, вот как нужно играть на альте. Mm-hmm. Ну, потому что он сольная жизнь, альта гораздо короче, что ли. Да нет, не короче, а она моложе скрипичной сольной деятельности. Поэтому тут еще много споров у альтов. Но в нашем конкурсе, вот замечательном конкурсе Чайковского, многие скрипачи, почти со всеми я что-то вместе играл, с кем-то играю до сих пор очень часто. Тут есть, например, Максим Венгеров прекрасно может играть на альте. Так что, вот. А и когда-то мы играли концерт для двух скрипок. Я играл на скрипке, и Виктор Третьяков. Мы двойные концерты играли. Ну, почти с каждым я здесь из членов жюри выступал на сцене. А я считаю, что струнник, неважно, да, виолончелист, скрипач, альтист, могут честно и профессионально судить скрипачей. Mm. Потому что здесь вопрос вкуса, трактовки и качества, и кантабеля. We're talking about the jury and the members of the jury, whether it would be wise not to have only violinists on the board. And of course, the answer is positive. It doesn't really matter what instrument you play. It's important what kind of musician you are, what kind of taste you have. What do you think about the cantabile? And of course, we have mentioned the examples of Yuri Abramovich playing with different members of the jury in the chamber music. So we've mentioned Maxim Angerov and we've mentioned Viktor Tritsikov. And I think it's time for a short video from the Medici TV. Yeah, we'd like to show you a short clip of our wonderful guest performing alongside Renaud Capuçon, Vildefranc, Gauthier Capuçon and Daniel Trifonov. They're playing Dvorak Quintet. Thank you.
Trust you enjoyed that wonderful music making. Yuri, I have one more question for you before we go. What do you think of the rule, the new rule, that prevents students of the jury from participating in the competition? Do you think it's a good rule, an important rule? В смысле, что разрешено, да? Что не разрешено. Не разрешено. В этом году впервые не разрешено участникам быть студентами членами жюри. Я удивлен, потому что, в принципе, это понятное правило для всех конкурсов. Это что, новое? Да, только в этом году не разрешено. Ну, существует такая этика, и, собственно, видимо, если участвует ученик, то это, его учитель не имеет права голосовать. Угу. А здесь вообще нельзя участвовать даже. Ну тогда какие-то люди должны выйти из жюри, что ли? Не знаю. Я не знаю. Ну, я считаю, что, конечно, субъективная какая-то связь между учеником и профессором естественна. Поэтому, наверное, это хорошо. So the question is, well, you see, мы говорим о том, можно ли, хорошо ли то, что нельзя участвовать ученикам, членам жюри на конкурсе. И вы слышали ответ по-русски, я переведу на английский, что of course it's a completely it's completely clear that it's sort of against the ethic of the competition. But of course there is a connection between the student and the teacher. But yes, that's all. You think it's a good rule? I think it's good. It's a good one. It's a good condition, yes. Well, спасибо огромное. Спасибо. Мы вас больше не задерживаем. Спасибо, всего доброго. До свидания. Thank you so much, Ray. Thank you. Enjoy.